Ну, надо уже решать. За альянс. Кто подымет этот молот, тот и станет президентом. Ну, давайте вы первый, господин Стрелец. Я? Да, я пробыл на посту министра почти 100 дней. Я выступал на ООН. Думаете, я сдулся? Да, миллиард было легче поднять. Без Филата никак, да? Давайте вы попробуйте, господин Плохотнюк. Передай шефу, что скоро выложу новое видео. Если подыму я, хозяин Молдовы я, да? А сейчас вы кто? Кто-то. Гений, миллионер, плейбой, филантроп. Пойду за Лупу. А если поднимем вдвоем, то я стану президентом? Лупа, молчи и тяни. Сила Унири. Все куплено, все рука Путина. Ну, давайте, капитан Европа, Запад вам поможет. Лянка, давай. Ну, один раз, как говорится, в общем, не судьба. Ваша очередь, моя Санду. Нет, я еще слишком трезвая. Мне кажется, что господин Воронин набивает себе цену. Опять мы не договорились. Так что будем делать? Никто не поднял, значит, по объему кошелька решим, кто президент. Стойте, а ведь есть еще моя попытка. Только истинный коммунист может поднять молот. Так что понятно, кто президент? О, только не Воронин, только не ПКРМ. Опять усатый прослушивает. Вы забыли про президента, которого выбрал народ. Я не отдам свой пост, только через мой труп. Господин Тимофти, зайдите обратно в камеру. Надо мы их, чтобы...